Дорогие друзья, вы знаете, так приятно возвращаться туда, где хорошо. А Мальдивы, это уже считайте, что это моя дача. Я не могу без этого райского места. И в этот раз меня вновь очень гостеприимно приняли. И вот посмотрите, какая у вас красота. Я приехала сюда, я была всего 3 месяца назад. Вот. Это, кстати, мой 24-й визит на Мальдивы. И знаете, здесь очень хорошо, здесь уединение. Посмотрите, я вам потом расскажу, с кем я уединилась тут, и вам понравится, поверьте. Вот, ну посмотрите, какая здесь аллея, я ее обожаю. Вот у нас бассейн, вот выход на океан, там никого нет. Посмотрите, какая это красота. И из пальмовых листьев мне выложили здесь ноты, выложили балеринку, украсили кровать цветами. Вы знаете, я очень люблю внимание, но ведь это действительно... Но это действительно заслуживает уважения и, ну, знаете, это самый лучший остров из всех, которых я, вот, на которых я бывала и которые я посетила. Это правда, это Ифору, Ифору Резорт. Ну, это вот это мои. Я не знаю, буду ли я танцевать щелкунчик, конечно, нет, но... То есть там прям до дня рождения, до 20 числа будешь... Ой, Женечка, ты помнишь прям про мой день рождения? Как он у меня отмечен в календаре просто. Красным днем, да? Не, ну дело в том, что, слушайте, у меня предложение есть день рождения отмечать в Китае, то есть перелететь из Таиланда в Китай, но я пока не склонна соглашаться, потому что, ну даже хотя, несмотря на то, что 20 января, это так же, как Новый год китайский. Вроде символично, но не знаю, я так счастлива своему дому, я так люблю вот все праздники отмечать у себя, у меня такая красивая елка дома, все. Я так боюсь летать на самолет. Это известно, про Волочкову мы это знаем. Поэтому да. У меня все мои спектакли, все по Подмосковью, так наслаждайтесь, Москва 24.